Легендарный американский рок-музыкант и певец Чак Берри ушел из жизни в возрасте 90 лет. Его помнят как одного из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. Берри входит в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, занимая в нем 5-е место. Всего Чак Берри записал 51 сингл и 20 студийных альбомов. Его песню «Джонни Бигуд» признавали лучшей гитарной композицией всех времен. Все его альбомы были записаны с 1955 по 1979 год. Впрочем, в октябре прошлого года певец анонсировал выпуск в 2017 году нового альбома «Чак». Его вклад в развитие рок-н-ролла был настолько значителен, что Джон Леннон в свое время сказал: «Если бы вы хотели дать рок-н-роллу другое имя, то вы бы могли назвать его Чак Берри».